Шикарный солнечный летний теплый день, видите? Пляж Плиты, Вишенка и Орешка представляет. Пока еще не обзор, до обзора еще далеко. Рыбка ловится. Вот в этом году, да, действительно, можно уже подвести некоторые итоги. Рыба есть, верховодка появилась в этом году, активно берет. Беленькая, красивая, похожа на морскую рыбку. Рыбка красавица. Опа, вот она. Санька, молодец, даже на видео вышло и тикает. Покажи, Санек, какая красавица. Берет четко, правда? Хватает, скажи. Видите, какая красавица рыбка. Как она называется? Напишите, знатоки. Ну, это наша версия. А может, она по-другому называется. Класс, да? Как называется? Смотрите. Опа, и она падает, да. Она долго. Все, я сейчас ее... Она долго не висит, берет на маночку. Как ты красиво, Санька. И подсекал раз 20. Да, она ловится не сразу, не быстро. Она... Видишь, манки много не надо. Она хитренькая. И манки поменьше, да, сделать маленький шарик. Она подгрызает, она берет сбоку, сзади и резко. Вот у нее ротик, видите, какой малюсенький. Она хватит и все. И спадает с крючка. Надо небольшой крючок. Покажи еще, Саня, как ты все делаешь. Да, да. Еще не все. Вот такой крючочек маленький. У меня сегодня. Да, и лодка, кстати, видите, сегодня плавсредство тут у орешка. Тоже надо для профилактики. Ну, прелесть. И знатоки, что за рыбка, вот скажите, напишите. Сюжет получился какой-то. А я еще хотел вот купальчик красивый показать. Ну, просто прелесть. Вот они, ну, и сомики тоже есть. Но это на тараньку пойдет вообще бимба. Смотрите, и такая была первая красноперочка. Наконец-то белая рыба начинает ловиться. Это дуже приемно, что есть надежда. И карасики появляются маленькие, молодые тоже. Так что все хорошо, будем жить. Будем живы, не помрем. Благодарю за внимание. Речка с вами. И Александр, как всегда, с любовью и душой из Винницы. Уже центр, да, Вишенки, пляж Плиты. Благодарю, счастливо. Выходите, ловите, но жарковато, к вечеру всегда хорошо. Пока.